Димон это перезвонит. Перезвонит. Почему нельзя? Человек не против. Да, вроде не нужно. Не хочешь? Сейчас просто Дарья попьет, да? Попью чай и буду попить. Будешь пить чай? Сейчас я же чай.
Но здесь единственное, что только могу передать, это по мусору. Да, там есть через свободу. Хочешь, я тебе скажу, ты хочу. Давай, хорошо. Всем всего доброго. Thank you.
сегодня еще в поезде еду. Вы звоните, я сейчас в поезде. Только завтра буду. Thank you.
Thank you.
Thank you.
поехали. Thank you.
вообще не знаю, давай я думаю, разберусь, как у меня. Вот это мама. А давай Дима. Давай Дима сейчас. Ты что так а что там нашли? Смотри, ты, конечно, ладно. Я не знаю, что это будет.
На
Будешь спать? Нет, я буду дома. Дома тоже можно. Там 3 часа. Три. Очень много. Сначала,
Поздравляю тебя с праздником. Вот. Желаю тебе пребывать в Боге и с Богом.